Здравствуйте. Вопросы о постановке ударения в словах порой возникают даже при частом их употреблении. Прислушиваясь к речи окружающих, можно обнаружить, что в слове «километр» ударение ставят то на «о» во втором слоге, то на «е» в третьем. Какой из этих вариантов соответствует нормам русского языка, узнаем в передаче «Правильный русский». В слове «километр» ударение надо ставить на третьем слоге. Оно падает на гласную «е». Именно эту литературную норму указывают все без исключения словари русского языка, как орфоэпические, так и толковые. При этом при изменении слова «километр» ударение будет оставаться неизменным во всех падежах, как в форме единственного, так и множественного числа. Например, «бежать кросс на 2 километра» или «одному километру соответствует 1000 метров». Постановку ударения в слове на второй слог, а этот вариант довольно часто можно услышать в речи, встречается он и в поэзии советского периода. Считается ошибочной, причем довольно грубой. Многие полагают, что ударение на указанном слоге относится к профессионализмам, однако авторы словарей не считают его допустимым даже в речи специалистов. Таким образом, в любой речевой ситуации единственно допустимым вариантом постановки ударения будет километр. Интересный факт. Крупнейший металлург и человек высокой культуры Иван Бардин, когда у него спросили, как он говорит «километр» или «километр», дал следующий остроумный ответ. «Когда как?» На заседании Президиума Академии говорю, конечно, километр, а то профессор Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе – километр, а то подумают, что зазнался Бардин. Пишите и говорите правильно. До свидания. Магазин мужской и женской одежды и аксессуаров «Золла», «Стерлитамак», торговый центр «Арбат», второй этаж. «Золла» – позволь больше стиля.